Так, ну вот мы с овощами пока разобрались и переходим уже к цветам. Помимо теплиц и вкусных овощей, мы любим, чтобы у нас было еще и очень красиво на участке. Соответственно, будем выращивать такие цветы, как петуния. Первая петуния у нас по названием Изи, ампельная, Вейв белая. Так, первая петуния у нас такая, как ампельная, Изи, Вейв белая. Стоимость 128 рублей, 5 штучек. Далее идет петуния ампельная, карминная. 144 рубля, 5 штук. Далее заказываем бальзамин «Маяк». Яркий набор. Такой вот замечательный. 45 рублей, 6 штучек. И потом мы очень любим вербену. Записала. Так, вербены обе. И наваждение бордовое, и наваждение алое. А нет, у меня только, по-моему, бордовое записано. Да, только бордовое, алое не надо. Наваждение бордовое. Она подешевле, и семечек больше. Ну, а по цвету-то они не сильно отличаются. Так, дальше у нас такая петуния, как Dreams Бургунди, 35 рублей 10 штучек. Вот такая замечательная, красивая. Потом какая-то Афродита лососевая у меня записана. Это наверное, на другой странице. Лососевая. Это тоже Да, петуния. Афродита лососевая. Сейчас смотрим. Лавандовая. Вот Дуэт. она. Вот. Вот Вот они так. будут одни красные. Да нет, нет, там другие будут сейчас еще. Афродита лососевая. Но они же не красные, они отличаются по цвету. Потом идет дуо розово-белая какая-то у меня. Дубл пируэт красная. Дуо розово-белая Дуо красная. и Дуо дуо голубая. голубая. Вот дуо голубая нашла. Давай и 24-41. дуо голубая. 10 штучек, 56 рублей, в принципе. Это еще нормальная цена. И розово-белая где-то еще. Лавандовая. Так, красная. Дубл пируэт. Вот, дуо розово-белая. Так, петунию мы записали. Далее перешли к бархатцам. Два бархатца мы уже записали. Под названием «Золотой век» и «Эскимо». Такие два верхних красивых невысоких бархатца. Дальше переходим на другую страницу. У меня еще записан французский клубничный блонд. Вот это вот эти вот розовенькие, вот по центру. Такие какие-то интересные. Высота 25 сантиметров, 66 рублей, 20 штук. Вот очень нравятся бархатцы, можно собирать свои семена, неприхотливые. Расцветки, конечно, такие потрясающие. Вот. Слушай, это что за цветок такой? Ну-ка, ой. Где? Так, бархатцы мы записали. Теперь переходим к циниям. Вот такая замечательная циния. Лососевая королева. Очень красивые расцветки. Стоимость 31 рубль 20 штук. Следующий. Дальше идет циния вишневая роза, да. 76 рублей 10 штук. Расцветки просто замечательные. Так, потом идет
Канарейка желтенькая сверху. Сияние розовое. Такая канареечка желтенькая. 31 рубль 20 штук. Синее сияние. 32 рубля 20 штук. Потом идет у меня пташка. Все канарейки. Не успеваю за вами. Так ты пиши. Я сейчас сказал, что записывать какие-то. И... Я канарейку записала. Ну и дальше синее сияние. Вот розовое. Вот. А, синее. Так. Ну, пиши. Тут будет у нас пташка. Вот такая. И, соответственно, супер кактус бюрпи какой-то. Розовая синяя. Такая вот она, лохматенькая. Пташка. Куда заказываю? Участок большой, кто бы за ним еще ухаживал, за всем бы этим. Еще какую-то. Так, к моему заказу циней добавился еще вот такой заказ. Элегантный набор джаз. А, элегантный набор джаз какой-то. 32 рубля 10 штук. Евгения сказала, что должен быть очень красивый. Так. Так. Дальше еще закажем вот такую сальвию. Фарау цветной набор. Высота 30 сантиметров. Цветет до октября месяца. До морозов. 35 рублей 10 штук. Таких пачечек закажем 2. И на этом с цветами мы заканчиваем. Так, каталоги были очень яркие. Каталог семена мы заказали, а каталог весна саженцы мы оставим на более поздний срок. Мы пока не определились. Соответственно, сейчас наши записи все упаковываем и отправляем наш заказ. Вот так все убираем. На этом я буду заканчивать свое видео. Если понравилось, ставим лайки, пишем комментарии.